Все новости 19 марта 2018 года. 14:33. Хоккей. ЧМ по хоккею 2018. Защитник Эдмонтон Эйлерс Оскар Клефбом сообщил, что его партнеры по команде Конор Макдэвид и Райан Ньюджент Хопкинс собираются сыграть за сборную Канады на чемпионате мира в Дании. Эдмонтон занимает 3-е место с конца в западной конференции и за 10 матчей до окончания регулярного чемпионата отстает от зоны плей-офф на 17 очков. «Знаю, что Конор Макдэвид собирается на чемпионат мира, кажется, Райан Ньюджент Хопкинс тоже. Не знаю, это вроде бы еще не официально, но они говорили, что не откажутся, если их вызовут. К сожалению, у меня самого не получится сыграть на турнире, Клефбом получил травму, из-за которой пропустит остаток сезона. Прим, чемпионата, уверен, там будет круто, особенно для шведов, ведь чемпионат пройдет в Копенгагене, совсем недалеко от Швеции. Приедет много людей, в том числе моих друзей», цитирует Клефбом Ахоки Сверидж. Хоккейное сообщество чемпионата в социальной сети ВКонтакте источник Хоки Сверидж сообщить об ошибке комментарии 19 марта 2018 года 18 марта 2018 года.